Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на картах, как пройдет следующая неделя именно для вас. Напоминаю, что расклад этот носит общий характер. И если вам необходимо получить детальную персональную информацию о себе, своих близких, детях, просмотреть отношения с кем-либо, а также перспективу развития каких-то отношений, сделать выбор в правильном направлении, получить рекомендации от высших сил через карты Таро, а также просмотреть детальный анализ вашей натальной карты по методу формула души, я приглашаю вас к себе на личные расклады. Номер находится в шапке профиля. Обращайтесь в WhatsApp или Viber. Итак, как пройдет следующая неделя для вас? Тройка Пентаклей говорит о том, что, возможно, у кого-то из вас поступит новое предложение о работе, либо вы сдадите документы куда-то, подадите на учебу в какой-то вуз или в какое-то заведение профессиональное. Также эта карта говорит о творчестве и говорит о небольших материальных приобретениях. Кстати, для кого-то эта карта может означать зачатие ребенка. И здесь идет обратная связь от Вселенной, то есть вы уже достигли каких-то успехов, вы можете их оценить, опереться на свой опыт и идти дальше. Следующая карта. Так, еще у нас карта повешенная на этой неделе. Эта карта говорит об прикладывание ответственности на кого-то другого. Вам могут обстоятельства преподать какой-то урок, будьте внимательны. И эта карта говорит о том, что вы совершаете какую-то ошибку, конкретную ошибку в своих действиях, наступаете на одни и те же грабли, поэтому будьте внимательны. Особенно это важно для тех, кто находится на циклах, цикла Юпитера или Сатурна. Что такое циклы, я рассказываю своим клиентам, если он находится в определенной фазе своего жизненного периода. Это уже на личных консультациях все. Но на этой карте будьте внимательны, потому что есть, кстати, угроза принятия алкогольных напитков, таких саморазрушающих. Поэтому будьте очень внимательны. Главное, не давите в себе процессы анализа и не заставляйте себя отрицать, то есть то, что с вами происходит, и вы не согласны с этим, происходит все закономерно, то есть идет кармическая отработка. И будьте честны с собой и скажите «да»,